Всем привет! Сегодня готовлю творожные пышки к завтраку. Тесто универсальное, можно жарить на сковороде или запекать в духовке. Пышки получаются невероятно нежными и ароматными. Очень простой рецепт, на все приготовление уходит 15-20 минут. В миску кладем творог 250 грамм. Разбиваем 2 яйца, добавляем 3-4 столовых ложки сахара, соль и перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя или 1 чайную ложку соды, погасим уксусом. Добавляем просеянную муку, замешиваем тесто. Муки может уйти немного больше или меньше, все зависит от влажности творога. Тесто слегка липнет к рукам. Раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 5 мм. Делаем стаканом пышки. Из обрезков тоже делаем пышки. На сковороду наливаем растительное масло и жарим пышки, обязательно на среднем огне, чтобы они успели пропечься внутри до золотистого цвета. Такие пышки можно запечь и в духовке при 200 градусах 15-20 минут. Подаем пышки со сметаной или сгущенным молоком. Вкусные, нежные, пышные, они просто бесподобные. Отлично подойдут к воскресному завтраку, когда вся семья в сборе. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!